Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Кореш24К, и сегодня у меня выходит новый формат видео. Мы будем смотреть вместе с вами и оценивать мемы по Чикенгану. Это что-то вроде формата «засмеялся, задонатил». Только донатить я пока еще никому не буду, ведь я взял мемы из новостного паблика Чикенблог и записываю первое тестовое видео. Если оно вам понравится, то в своем телеграм-канале я запущу ивент, где буду уже реально донатить вам за рассмешившие меня мемы. Ищите мой ТГ-канал по поиску в BeefKoresh24K или переходите по ссылке в описании ролика или канала. Не будем медлить! Надеюсь, вы запаслись вкусняшками, ведь мы начинаем! Итак, первый мем на сегодня перед вами. Это какая-то, я так понимаю, мясная курица. Я специально не смотрел мемы, чтобы реакции были самыми крутыми. Погнали! Просто крутится под музыку. Ну, ничего пока особенного нет. Да, мясная курица просто покрутилась под музыку. Но я тут явно не засмеялся, друзья. Да, нас смотрю. Второй мем. Блин, я когда нервничаю, туплю жу. Дети строят какую-то лестницу. Жестко, блин, это самое важное. Жестко тупит. Интересно. Окей, так, сменился кадр. Что интересно. Что они делают? Погодите, за дверью что-то явно будет. Надеюсь, там не бабайка. Так, ну тут портал. Портал. Портал какой? Так, так. Братишка спит просто непонятно. Аккуратно, убил. Подожди, он хотел сейчас просто разогнаться на трамплин, но у него не вышло, и он полетел в бездну. Тачка, блин, что? Прощай, мистер Йохи. Прощай. Ладно, садись. А как? Если... Ой, платформу сломали. Да ты чё издеваешься? Сломали платформу, не смогли улететь. Хвостик отрезать. Так, может, собирается хвост. Засунуть куда-нибудь. Второй мем, я пока не смеялся. Так, крутая музыка. Кто это? Черный гусь? Кто это? Какой-то суперагент. Агент 0. У него 0 ник. Да, мощная, мощная, мощная. Так, ладно, мемом это не особо назовешь, правильно? Ну, какой-то крутой видос. Лайк, я думаю, ваш заслуживает. Так, дальше, ребят, у нас есть кролик. Мне уже смешно немножко от этого кролика. Знаете, Чикенган чем прикольный? То, что все скины очень смешные и забавные. Это просто притягивает в игру. Мне самому нравится порой там делать какие-то скины интересные для сериалов и так далее. Ждем от кролика смешнявки. Так, погоди. А, это был экран. Он смотрит камера, телевизор. Оу май. Слушайте, ну эта игрушка крутая. Эта крутая игрушка была бы в реальной жизни. Хотели бы такого себе кролика? Я вижу, что это фотошоп, но это прикольно. Есть продолжение? Погоди, я слышал, что там какой-то кошак орал на заднем плане. Ладно, это можно засчитывать за смешное. Так, школьник какой-то, не знаю, и кот летящий на шаре. Просто танцует и какой-то раскол. Опа, ребят, если вы не знали, то слева это я. Я, короче, раньше, вот видите, занимался киберспортом, у меня была такая маечка в Youth of Games. Надеюсь, сейчас будет какой-то фраг. Это прицел просто имба. Круто, это делал Фаерч, я знаю, да, что он попросил меня записать вот этот прицел просто имба. Так, вырезка из моей эволюции котят. Это когда Мурка улетела на задание. А в чем мем? Погодите, в чем мем? В чем мем? А, мем вот этот вот, типа. Вот это мем? Напишите в комментариях, смешно ли вам от этого. Это ракета, ребят, это просто ракета. Пов, попал в Средневековье, и тебя узнают как Тимофея, я. Тимофей! Что вы такое вытворяете? Сэр, это шутка. Что? В чем прикол, ребята? Так, это Журчик. Это игрушка или какой-то принт, ребят? Жура 24К. Собственной персоны.
Так, просто под музыку. Угу, окей. Следующий мемчик у нас здесь. Мы видим сиреноголового и какой-то скелет. Сиреноголовый с калашом. Между прочим, золотым. Мощный. Так, скелет. Пряники. Много танцующих, просто чикенов. Разных причем. Понятно. Блин, вот это крутая тема. Смотрите, скелет просто толкает танк. То есть вам нужно создать скелета, потом сесть быстренько в танк, и скелет будет вас толкать. Блин, бедный скелет. Его заставляют толкать танк. Ну, он такой маленький. Посмотрите на него. Опа. Слушай, прикольно. Ой, босс сзади. Чё, блин, это было, ребят? Это легенда. Бабушка просто даже, смотрите, у нее пальцы задрожали, когда она услышала про Чикинган. Батл рояль? Жура 24. Слушайте, там не до конца, там явно должно быть продолжение. Не знаю, как вы, но было реально смешнявка. Я вижу, что там какой-то скин отчима и еще какого-то чувака. Что там рак? Я не знаю, там какой-то рак мозга, что-то там написано на скрине, когда он мерцает. Ананас зовет тебя. Это Холли Бамбл? Я так понимаю, это, короче, трек Холли Бама. Серьезно? Холли Бамчик, ты делаешь такие треки? Респект. Ананас. Ребята, это длится просто 30 секунд. Воу! Концовка! Там концовка была, ребята. Обалдеть вообще. Пингвины Мадагаскар. Кстати, когда, я так понимаю, еще не было пингвинов, этот мем вышел, да? Оскар. Кавасаки. Каго. А потом уже разработчик добавил этих пингвинят. Оба, оба. Всем привет. Меня зовут Саша. Саша? Меня тоже зовут Саша. И все, что ли? Почему такие короткие мемы? Это что, новый ютубер какой прикольный? Ведро 17к. И что там будет? 43 тысяч подписчиков было на тот момент. Уже не важно, что. Сложный мем, ребят, сложный мем. Бананы покупай! Арбузы покупать! Это, я так понимаю, вырезка из сериала «Володи». Здесь арбуз вкуснее, просто красивее. Не смеяться, ребята. Блин, капец, реально надо запускать эту рубрику «Засмеялся, задонатил», чтобы увидеть реально смешной мем. Я не знаю, сколько мне нужно их пересмотреть-то. Двадцать четвертый, ребят. Окей, просто чикен крутится и просто взрывается. Обалдеть. Я тоже так могу, да? Что? Куркур Сеня звонит. Куркур Сеня? Куркур Сеня звонит. Это как вообще возможно? Что? Вообще пипец. Ну ладно. Как бы вы обрадовались, если бы вам позвонил Куркур Сеня? Ну или я, допустим. Ладно, сейчас я отвечу. Давай. А, что? Папа. Это так, это Куркур Сеня всем так звонит, да? Я понял. Даже маме такой, так, мама отвечает, и Куркур Сеня такой, вот эта вот фразочка, и мама такая, нет, все, пока. Так, вы потеряли чемоданчик. Куча отчима, куча просто миллиард. Баба, баба, буй, баба, баба, буй. Это там! Баба, баба, буй, баба, баба, буй. Еще один. Это там! И ждут тебя. Очень поздравляю.
прошел или будет скоро. Поздравляем вас всех. Что, почему они такие короткие, ребята? Почему нету нормальных каких-нибудь мемасов? Так, я запрещаю вам жрать арбузы. Арбуз запрещает нам жрать арбузы. Что? Опа, новый какой-то предмет в чикенгане. По-моему, это мемы все делал Файрыч. 100% мемы от Файрыча. Бабын-бабын-бупс. Бабын-бабын-бупс. Бупс. Бупс. А можно еще замедленнее? Еще на не знаю сколько секунд. Бамблби, трансформируйся. На работу надо. Ай, красавчик. Блин, вот это была имба, ребят. Стойте, я хочу еще раз посмотреть. Бамблби, трансформируйся. Отчим, трансформируйся. Ай, красавчик. Вот это, ребят, реально топовый мем. Вот за такой я бы мог задонатить. Чикен ган. Поехали. Бам. Дэн. Джура. Чувак в офиге, это Димон, я так понимаю. Не, вот это было прикольно, ребят. Дэн, Жура. Так, он такой смотрит, ну Дэн, окей, Жура, Димон. И потом вот такая вот тема вылазит. Продолжается тема про женских персонажей, ютуберы в виде женских персонажей карты Жура 24К. Я не смеюсь, ребят, нет. 38-й мем, кстати. Он достаточно страшный. Что это? Снова Жура? Не, я не смеюсь, Жура, нет, я не смеюсь. Чувак убегает от отчима. Нет, взрыв. Что? Обалдеть, это как вообще, сколько он заюзал эмоций. Кстати, я до сих пор не научился вот этому багу, когда можно включить сразу же много эмоций. Ребят, напишите инструкцию, пожалуйста, в комментариях. Я тоже так хотел бы сделать. 7-1. Плачущая курица. Изыди, дьявол, просто из Журы, да? Яйко. Батон туши яйко. Что происходит, я не понимаю. Макака. С жопой стоит к нам. Просто идит с макакиной жопой, я понял. Так, скибиди. Такой... Так, звонит телефончик и просто... Я не вижу никого. Блин, как вы это делаете? Вот это растянутое вот.
你暴露了你作为中国人的真面目。这么好的内容，我们给你15个社会积分，同志，奔向共产主义光明未来。О, заставляет меня смотреть видео Криспи Конгарта. Моего друга. Вина Дейлюс Барнакл Джонсон младшего. Жестко удар. Блин, качество картинки просто зашкаливает, согласитесь. Ударил в голову носорог, потому что он не слушал женщин. Мой дед врезал мне по башке со скоростью 90 миль в час. Меня парализовало от талии вверх. Эй, Квендел Дингл здесь. Я сбежал из тюрьмы. Файрич, что ты употреблял, когда делал такие мимасы, а? Я отсиживаюсь у своего друга Хуандейл Прингла. Так, ну, знаете, я помню название этого мема, как наши деды играли в Chicken Gun. Просто обратите внимание, телевизор Samsung, клавиатура очень древняя, там пульт лежит рядом. Вот посмотрите, как наши деды играли в Chicken Gun просто на телевизорах. Ну, я так понимаю, там очень сильно лагало, и играть было вообще почти что невозможно. Да, генерал Кока-Кола убивает, ништяк. Пультом вместо мышки. Так, это Володины, Володины курбеты. Почему собака так скулит? Надеюсь, это недолго идет. Да, 24 секунды, ребят. Да, если бы Володя делал вот такой монтаж, я думаю, вы бы его вряд ли смотрели. Вот и закончились наши мемасы, их получилось аж на 57 штук. Да, большинство из них были не очень смешные, но несколько все-таки меня рассмешило. Если вы хотите, чтобы я реально запустил такой проект, засмеялся, задонатил в Chicken Gun, то давайте соберем хотя бы 15 тысяч лайков под этим видео. И тогда в моем телеграм-канале я сообщу о начале ивента. Надеюсь, вы сможете присылать более смешные видео. Ну а с вами был, как всегда, я, кореш24к. Ставь лайк, подписывайся на канал и смотри другие ролики. Всем пока-пока!